В Киеве задержали бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Чартерным рейсом его отправили в Польшу, страну, из которой Саакашвили незаконно, как решил суд, пересек границу с Украиной в прошлом году. Хронология сегодняшних событий в нашем материале. Это видео сняли посетители столичного ресторана «Сулугуни». На кадрах люди в военной форме и масках задерживают бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. А вот кадры, на которых неизвестные пытаются погрузить политика в белый микроавтобус. С какой целью, неизвестно. Буквально накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Саакашвили есть три варианта. Самостоятельно покинуть Украину, либо же его могут экстрадировать в Грузию, либо вернуть в одну из стран ЕС. После задержания сторонники бывшего губернатора Одесской области отправились сразу в два аэропорта – Борисполь и Жуляны, чтобы не дать вывести политика из страны. Уже ближе к вечеру всю хронологию событий озвучили в Госпогранслужбе. Сьогодні військовослужбовці Державної прикордонної служби України спільно з представниками міграційної служби довели до Михаїла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування. Как известно, это Польша. Политик, согласно решениям судов, находился на территории Украины незаконно. На подставе заседаний судов первой и второй инстанции Михаил Саакашвили перебував на территории Украины незаконно. А тому и с дотриманням юридических формальностей был повернутий до Украины, звідки свого часу он прибыл, порушуючи законодавство Украины. И буквально несколько часов назад информацию о том, что Саакашвили пересек польскую границу, подтвердили в Варшаве. По словам польских пограничников, политика приняли на условиях реадмиссии, о чем попросила миграционная служба Украины. То есть его вернули в ту страну, границу которой он пересек.